женщина с палкой в лесу, одна. А что это она тут делает, а? Здравствуйте. На самом деле я не в лесу. Я на берегу пруда. Зовут меня Бая. Мне 57 лет. Вот уже 4 года я консультант по питанию. Но сегодня в этом видео я рассказываю вам о своей практике восстановления руки после перелома в лучезапястном суставе. И я в прошлом видео обещала вам, что покажу упражнение с палкой. Именно поэтому я пришла сегодня в лес. Точнее, не в лес, а в рощу, на берег небольшого прудика. Сюда, где можно свободно махать руками, потому что я пыталась несколько раз делать упражнения с палкой в квартире, но это плохая идея, потому что каждый раз я задевала либо люстру, либо мебель, либо крушила какую-нибудь посуду. Поэтому советую вам, если вы будете заниматься с палкой, то выходите куда-нибудь на открытое пространство, чтобы ничто вас не сковывало, и можно было свободно заниматься восстановлением руки после перелома. В качестве палки у меня самый обычный черенок от лопаты. Новый черенок, который муж купил в строительном магазине. Сразу скажу вам, что все упражнения, которые я выполняю с палкой, которую придумала сама, это были те упражнения, которые просто приходили мне в голову и которые мне интуитивно хотелось сделать, потому что сама рука просит какие-то конкретные движения. Поэтому, если вы будете повторять за мной эти упражнения, чувствуйте сами, какое конкретно движение приносит вам наибольшее удовлетворение, какое движение просится телом, чтобы его делали. Именно этим принципом я и руководствуюсь, когда делаю упражнения с палкой. Итак, я начинаю. Thank you.
Вот такие нехитрые упражнения с палкой можно делать для восстановления руки после перелома. Увидимся с вами в следующий понедельник, и я расскажу вам, как я делаю массаж руки с помощью строительных перчаток. Всего доброго, ваша Баечья.